Усіх вітаю, ви на каналі «Сій час». Мене звати Ангеліна Бичик. Разом зі мною Юрій Фельштинський, російсько-американський історик, доктор історичних наук, дослідник новітньої історії Росії. Здравствуйте, Юрій Георгійович. Добрий день, здравствуйте. Перед тим, як дивитися це відео, не забудьте підписатися на YouTube-канал «Сій час», якщо ви цього ще не зробили. Юрій Георгійович, зараз в мірі СМІ активно коментують вероятну відставку Валерія Залужного з должності главнокомандуючого. Эту отставку косвенно подтверждает президент Украины Владимир Зеленский. Вот что пишут СМИ, что якобы Соединенные Штаты оказывали давление на Киев, чтобы добиться отставки в главкома, что Валерий Залужный якобы является серьезной проблемой, даже препятствием для того, чтобы Украина продолжала получать военную помощь от Соединенных Штатов. Это рассказал западным журналистам источник в Пентагоне. Как вы думаете, это может быть правдой? И вообще ваши мысли по поводу вероятной отставки главкома? Вы знаете, я ничего об этом не знаю, говорю откровенно. И мне очень трудно здесь давать как бы Украине какие-то советы. Да? Внешне, как я понимаю, Залужный очень популярен. 2 года он, как мне кажется, абсолютно безупречно, да, держит удар со стороны очень как бы кровожадного и сильного противника. Может ли президент Украины по каким-то причинам быть неудовлетворен его работой и найти как бы повод для его отставки? Может быть, и может, это всегда, наверное, бывает в таких случаях, но наверное, это должно было бы быть согласовано между Зеленским и Залужным в рабочем порядке, скажем так. Но так, со стороны, и поймите, это все со стороны, потому что я не имею доступа ни к какой информации, кроме той, которая публикуется в прессе, да, я не знаю, что там на самом деле происходит в Киеве, в кабинете Зеленского, я не знаю, что происходит в Генштабе украинской армии, ВСУ, да. Конечно, во время войны менять популярного главнокомандующего вещь рискованная, я бы считаю. То есть если есть какие-то причины, по которым требуется отправить Залужного в отставку, ну, видимо, эти причины должны быть крайне, крайне серьезными. Они вроде бы нам не озвучены, и мы вроде бы о них не знаем. Да, и это, конечно, то, что должно смущать. Могут ли в Америке оказывать давление в этой связи на Украину или на Зеленского? Мне тоже это сходу не очень понятно, зачем и почему это делать, при том, что Залужный как бы справляется очевидным образом с возложенной на него задачей. И если стратегия заключается, по крайней мере, в том, чтобы держать удар, а это, очевидно, нынешняя стратегия и есть, да, НАТО, Соединенных Штатов, Евросоюза, да, то есть не дать Украине победить, а держать удар. Это как бы очень сложно, да, держать удар против превосходящих сил противника. Повторяю, Залужный вроде бы с этой задачей справляется, и нет никаких указаний на то, что украинская армия
скажем так, не подчиняется каким-то политическим решениям, принятым в Киеве или даже совместно с союзниками Украины. Поэтому, повторяю, я из, как бы со стороны, да, я как наблюдатель, я не вижу повода для смены главнокомандующего украинской армии. И если такие как бы основания и причины, да, существуют, ну, конечно, было бы, наверное, правильно их озвучить. Пока что они нам, как я понимаю, не озвучены. Угу, да. Мы видим, как с удовольствием включилась российская пропаганда, придумывают новые фейки о том, что главком в связи со своей вероятной отставкой готовит даже переворот с участием военных. Как вы считаете, чего еще можно ожидать от России в этой связи? Ну, от России, знаете, ну, с Россией уже сейчас взятки гладкие, да, как говорят. От России можно все что угодно ожидать. Но я думаю, что Россия как раз с нетерпением ждет отставки Залужного и, безусловно, надеется, что его уход внесет какой-то разброд в деятельность украинской армии. Да? Поэтому, повторяю, я считаю, что подчеркиваю со стороны, да, у меня нет никакой, в общем-то, информации дополнительной, такой неизвестной всем на свете. Я считаю, что для этого должны быть очень серьезные причины, да, что для смены руководства армии, да, руководителей государства, да, во время войны, тем более такой тяжелой войны, должны быть очень серьезные причины, я их не вижу. А то, что Россия заинтересована в любой дестабилизации ситуации в Украине, это понятно, это как бы часть пропагандистской войны, которую ведет Россия. Переворот, подготавливаемый украинской армией, я, конечно же, не верю. Угу. По поводу того, что сейчас происходит на политической арене в Российской Федерации, там рабочая группа ЦИК рекомендовала не допускать Надеждина на выборы президента, сославшись на брак в его подписных листах. Если команде Надеждина не удастся доказать, собственно, что подписи легитимны, что они нормальные, скажем так, то его могут не допустить на выборы. В штабе политика сообщили, что заседание по этому вопросу должно состояться 7 февраля, то есть вот уже очень скоро. Юрий Георгиевич, как вам видится эта ситуация с Надеждиным? Пустят его, не пустят? И вообще, имеет ли это какое-то значение? Вот начнем с последнего. Не имеет никакого значения. Следующим президентом России у нас будет объявлен Владимир Путин. Это всем известно, в это никто не сомневается. Какой нарисует ему процент проголосовавших за него избирателей, мы не знаем. Это в Кремле будут решать или там на Лубянке. Какой процент нарисует Надеждину, если его допустят, мы тоже не знаем. Но, в принципе, в России нет выборов, это фикция. Есть компьютер, который контролируется по закону, специально принятому Думой, контролируется Федеральной службой безопасности, подсчет голосов, соответственно, формально ведет ЦИК, но реально ведет Федеральная служба безопасности. Есть закон о дистанционном голосовании, который в нормальных условиях в любой стране был бы очень симпатичным законом, да, не нужно тебе ехать куда-то, проголосовал там дистанционно и все. Но в России, естественно, этот закон был принят для того, чтобы фальсифицировать выборы и вбрасывать за нужного кандидата то количество голосов, в общем-то, любое из не пришедших голосовать людей. Да? Поэтому никакого избирательного процесса в России нет. И в этом плане, ну, я считал бы, что правильнее было бы игнорировать выборы, а не тратить энергию на участие в них. Я даже имею в виду не Надеждина, потому что его деятельность согласована с Кремлем. Да? И даже если его снимут, то и не допустят к выборам,
то это все равно будет согласовано с Кремлем. Это просто, может быть, означает то, что вот этот вот взрыв активности, да, избирателей Надеждина, может быть, был неожиданным. Да, но и по этой причине, может быть, кому-то сейчас пришла в голову мысль просто снять его с выборов и больше на эту тему как бы не напрягаться. Но, понимаете, все, что будет продемонстрировано, если его пустят на выборы, все, что будет продемонстрировано, ну вот смотрите, вот были выборы, вот ваш Надеждин, он получил там 1% избирателей, да, а Владимир Владимирович Путин получил 80% избирателей. Собственно, о чем нам говорить? Вот состоялись выборы, так что Путин президент, законный президент России. А в этом плане, конечно, что Собчак там раньше, да, что Надеждин, ну, они участвуют в некой такой фикции, да, создавая этой фикции видимость законного мероприятия. Да, в то время как мероприятия, собственно, и нет, и в этом смысле выборы, конечно, не имеют никакой законности в России и не являются волеизлиянием народа. Угу. Вот если предполагать, что Надеждин контролируется Кремлем, зачем было запускать эту фигуру в общественность? Выявить оппозиционные настроения, чтобы потом их подавить? Или как вы считаете? Давайте не забывать, что оппозиция анонсировала, ну это даже не протест, а призывает всех, кто поддерживает Надеждина, выходить на третий день выборов, в полдень, массово, якобы проголосовать, но в то же время создать массовость, собственно, и показать, что эти люди против войны. Это к чему-то приведет или нет, как вы считаете? Ну, смотрите, Надеждин, как в свое время Собчак, нужны, потому что по закону в выборах должно участвовать больше, чем один человек. Да? Ну, как-то было совсем неприлично, если бы, как в Советском Союзе, да, когда отпечатывались бюллетени и просто вручались с напечатанными уже фамилиями, и просто человек должен был опустить в урну бумажку, да, потом эту бумажку выкидывали. Вот чтобы как бы все не свелось вот такой напечатанной фамилии Путина на бюллетени, где просто пришедший на выборы человек должен ее бросить в урну, да, формально есть там еще какие-то кандидаты. Ну, там, традиционно, допустим, Зюганов есть от компартии, ну, еще вот кто-то от оппозиции. А все, что будет продемонстрировано, я уверен, что то, что произойдет, что вот смотрите, вот за вашего кандидата, который против войны проголосовало, ну, я не знаю, что там нарисуют, 1% населения, да. Вот, ну, 1% у нас против войны, да. А все остальные за. Поэтому вперед на фронт. А, ну, с Надеждиным это согласовали, он как бы человек послушный, да, ему поручили дело, он это дело сделает, да, ему за это потом почет и уважение, и деньги, да, то есть это вполне такой бизнес-проект. А что касается людей, которые вполне искренне решили в этом участвовать как избиратели, чтобы продемонстрировать правительству, с одной стороны, что они против Путина, вот да, вот тогда мы за Надеждин, но против Путина, и, например, что мы против войны. Ну, они будут в этом участвовать, а, соответственно, ФСБ будет пытаться разобраться, кто из этих людей представляет угрозу, кто является активистом, да, кого нужно наказать, кого нужно выдавить из страны и так далее. Это уже как бы другие задачи другого ведомства. Да? Ожидаю ли я некой массовости? Нет, не ожидаю. Но главное, что я не ожидаю, что эта как бы массовость примет критическую массу, да? То количество. Это будет такой наплыв людей, да, что он составит
угрозу, например, режиму. Да? Я в это не очень верю. Я вообще не верю в возможности России внутренними силами решить возникшую в России и перед Россией проблему. Да? Я считаю, что эта проблема будет решена ценой крови, большой крови, в течение какого-то количества, может быть, даже и лет, да, но что как бы главный инструмент влияния, он будет внешним, а не внутренним. Я не вижу в России сил, которые могут подняться и освободить Россию от режима Путина. Ну, вот как раз хотела по поводу внутренних сил еще поговорить, но интересно стало, что вы имеете в виду внешние силы, какие это? Ну, то есть банально говорить, что это могут быть какие-то санкции, еще что-то, вряд ли. О чем вы говорите тогда? Знаете, санкции, они скорее, санкции Европа и мир западный, цивилизованный, вводят против себя, нужно это понимать. Санкции – это не наказание России. Санкции – это попытка, да, научиться жить без России. То есть Россия в течение этого времени, там, начиная с 91-го года, скажем так, пыталась стать и во многом стала частью мировой экономики, да. А теперь, как всем понятно, настал период, когда нужно будет существовать без России, да. Поэтому вот все эти попытки Европы прежде всего, Америка в меньшей степени, в это задействовано, там, остаться без российской нефти, без российского газа. Ну да, в чем-то это, конечно, попытка наказать Путина и там российских олигархов, но главное это попытка объяснить своему собственному народу, да, что нам придется существовать без российского газа и без российской нефти, да, поэтому перестраивайтесь. Да, вот есть время еще. Перестраивайтесь, потому что будет война, не российско-украинская война, а война уже как бы открытая с Российской Федерацией. И вот к этой войне Запад, в большей степени Европа, потому что Америка в каком-то смысле к этой войне готова, ну, всегда готова, Америка просто иначе устроена немножко, великая держава. А Европе к этой войне, конечно, приходится готовиться, и она готовится. Вот уже эти два года, да, благодаря которым Украина держится, сдерживает натиск и предоставляет определенную передышку Европе, да, для того, чтобы Европа перестроилась, психологически перестроилась, в военном смысле перестроилась, экономически перестроилась, потому что эта война неизбежна. И вот все то, что, понимаете, меня так немножко даже умиляет, когда, ну, какие-то вполне серьезные газеты, да, типа Нью-Йорк Таймс, да, публикуют статьи о том, что вот сигналы поступают, сигналы там из Кремля о том, что Путин хочет переговоров. Вот никаких сигналов нет из России о том, что там кто-то хочет переговоров. Вот никаких, вот ни одного. И наоборот, очень много сигналов, очень много о том, что Россия встала на путь перманентной войны. Да? Это, то есть я могу как историк на эту тему философствовать, но я не буду это делать, у нас мало времени. Но это некий гибрид между перманентной революцией Троцкого и сталинским военным захватом. То есть на самом деле вот из новогоднего обращения Путина, да, например, вот только что, кстати, оно было после того, как была опубликована вот та знаменитая уже теперь статья в Нью-Йорк Таймс 23 декабря о том, что поступают сигналы, что Путин хочет переговоров, да, из абсолютно таких животных в смысле ненависти текстов Медведева, да, которые он публикует в Телеграм-канале. Ну, от Твиттера его отключили уже за свою, как бы, за кровожадность. А Телеграм-канала еще нет.
Следует, что Россия встала как бы на путь перманентной войны, то есть войны до победного конца над всем цивилизованным человечеством. Это я не преувеличиваю сейчас, это вот просто то, что абсолютно как бы открыто декларируется бывшим президентом России, бывшим премьер-министром России, заместителем Патрушева по Совету Безопасности и ближайшим к Путину как бы личным человеком. Да. Это то, что декларируется Медведевым. Поэтому нам не нужно как бы искать ответов на вопросы, какие у России планы. У России планы как бы воевать и победить, в том числе в вероятной ядерной войне. Да, вот это как бы планы России. Они уже как бы неоднократно нам задекларированы. И я считаю, что ничего как бы никаких изменений в этих планах происходить не будет, пока этот режим не рухнет. Вопрос в том, как он может рухнуть, да, и что должно произойти, чтобы этот режим рухнул. Я думаю, что рухнет он исключительно, к сожалению, под внешним влиянием, а не из-за внутренних, восстания внутренних сил, которые смогут этот режим как бы сместить. Ну, внешнее влияние, то есть вы имеете в виду в результате какой-то большой глобальной войны, которая может быть уже не на территории Украины, а выйти за пределы? Я абсолютно убежден, что эта война выйдет за пределы Украины, разве что, но этого не происходит уже 2 года, и, откровенно говоря, я не ожидаю, что это произойдет. Вот что. Почему, собственно, если это не происходило 2 года, почему это должно произойти на 3-й год войны, например, в 24-м году. Я утверждаю, что эту войну можно было как бы выиграть за 2 недели, но для этого в нее нужно было открыто вступить. Даже, как скоро после начала войны выяснилось, не в смысле отправки на эту войну войск НАТО, потому что оказалось, что у Украины достаточно большая и боеспособная армия, но в смысле предоставления Украине всего необходимого для победы оружия и, главное, предоставление Украины возможностей разрешения, да, использовать это оружие для ударов по Российской Федерации. Угу. Поскольку этого не было сделано, и это не делается уже вот почти 2 года, да, и у меня нет оснований считать, что это будет сделано в 2024 году, я думаю, что 2024 год в плане российско-украинской войны как бы ничем не будет отличаться от 2023-го. Да, это будет год позиционной войны. Но за это время Россия откроет новый фронт. И этот фронт будет на Ближнем Востоке руками Ирана. Вот это то, что я ожидаю. А дальше Россия будет ждать выборов в Соединенных Штатах Америки, потому что если в Америке к власти придет Трамп, то он выведет Америку из вмешательства и вовлеченности в европейские проблемы, даже не в украинские, да, а в европейские. И, соответственно, оставит Европу один на один с Путиным, и это 100%, даже не на 99%, а на 100%, приведет к Третьей мировой войне. Тут как бы нет выбора. То есть Трамп выведет Соединенные Штаты из НАТО, потому что вот как раз в Нью-Йорк Таймс дискутируют по этому поводу, там пишут о том, что НАТО обсуждает выживание блока без лидерства Соединенных Штатов в случае избрания Трампа. Чиновники в Германии заявили, что если американское финансирование иссякнет и Российская Федерация возьмет верх именно в Украине, то ее следующей целью будет кто-то ближе к Берлину. И об этом очень много сейчас говорят неформально и вот думают, что делать, если Трамп придет к президентству.
Ну, это как бы та реальность, которая возникнет, да, нам как бы еще до этого нужно времени добраться, это ноябрь 24-го года, а и новый это президент... В этом году уже. Да, приходит как бы в Белый дом традиционно 21 января 25-го года. Вот 21 января 25-го года, ну, может быть, 22 января, Трамп заявит о... Даже не о выходе из НАТО, потому что американский конгресс подсуетился и сейчас принял некий закон, что ли, никто не понимает, что это такое, о том, что президент не имеет права выходить из важных внешнеполитических союзов без одобрения конгресса, да? Там не назван в этом законе ни Трамп, ни НАТО, но сделано это было исключительно из-за того, что да, все обеспокоены тем, что Трамп выйдет из НАТО. Но я не знаю, сможет ли Трамп формально выйти из НАТО, а может и сможет, потому что вообще-то Трамп очень хорошо нарушает законы, да, в Америке. Прошлые четыре года показали, что он без проблем нарушает законы, и потом никто не может разобраться в том, нарушил он закон или не нарушил. Но реальность будет заключаться в том, что Трамп выйдет из НАТО. Формально, не знаю, будет ли это оформлено или нет, но в этом и нет необходимости. Но он просто заявит, что Америка не участвует в операциях НАТО. Она может там и оставаться. Да? А нужно понимать, что в этом случае Европа потеряет ядерный щит Соединенных Штатов, потому что в Европе ядерное оружие есть только у Франции и у Англии, и его несоизмеримо мало по сравнению с арсеналом российского оружия. Но главное, что Россия за 24-й год или там в начале 25-го года перебросит в Беларусь в дополнение к тактическому ядерному оружию стратегическое ядерное оружие и будет наносить удар по Европе, как неоднократно, кстати, было обещано уже, да, из Беларуси, а Россия сама останется в стране. То есть это будет такая гибридная ядерная война. И с одной стороны Россия развяжет вот эту вот войну из Беларуси против Европы, а с другой стороны из Ирана против Израиля, и, соответственно, будут серьезные сделаны попытки взорвать весь Ближний Восток через это. Поэтому перспективы у нас очень плохие. Для того, чтобы этого, в общем-то, не произошло, все, что нужно было сделать, и все, что нужно сделать сегодня, а лучше бы это было сделать 2 года назад, нужно дать Украине то оружие, которое необходимо для победы, и разрешить Украине наносить удары этим оружием по Российской Федерации, включая Москву. Вот так можно выиграть войну за 2 недели. А без этого ее можно вести вечно. Вот по поводу оружия, даже не оружия, а банального, до сих пор Соединенные Штаты не могут принять законопроект с финансированием для Украины. Трамп назвал ужасным данный законопроект Сената, который предлагает деньги Украине. Там, собственно, в пакете Украина, Израиль, Тайвань и, собственно, с границей с Мексикой. Трамп написал следующее. Только дурак или радикальный левый демократ будет голосовать за этот ужасный законопроект о границе, который дает право на закрытие границ только после 5000 приемов в день, когда у нас уже есть право закрыть границу прямо сейчас, что необходимо сделать. Западные обозреватели уже говорят о том, что из-за позиции Трампа Украина может вообще не получить деньги в этом году от Соединенных Штатов. Близка ли такая перспектива? Реально. Понимаете, мне американскую внутреннюю политику тоже трудно комментировать, потому что я считаю, что есть вопросы приоритетные и менее приоритетные, да, вопросы как бы второго порядка. И я бы считал, что в данном случае приоритетными вопросами являются пакеты помощи Украине и пакеты помощи Израилю. А вопрос о том, как именно как бы закрывать границу или сколько именно тратить денег на охрану границы, он на самом деле менее приоритетный.
И в этом смысле я, конечно, был бы признателен Байдену, если бы он услугил республиканцам в этом вопросе, потому что помочь Украине и Израилю, безусловно, важнее. Но поскольку у нас предвыборный год, и в администрации Белого дома, видимо, считают, что эта уступка в вопросе об охране границ, она как бы увеличит шансы республиканцев на победу, они пытаются, соответственно, заставить республиканцев, которые хотят помочь и Украине, и Израилю, тем более, да, заставить американцев отказаться от, соответственно, вот этого вот пункта. Кто там кого переупрямит, я не знаю, но я считаю, что это поведение безответственно, да, и если иметь в виду республиканцев, и если иметь в виду демократов, но подчеркиваю, что в данном вопросе я бы считал, что Белый дом мог бы уступить и дать республиканцам те деньги, да, которые они просят на охрану границы, и, соответственно, уступить в этом вопросе республиканцам, тем более, что ну, тема охраны границы, тема нелегальной иммиграции, она такая вечная в Соединенных Штатах. Не очень понятно, как эту проблему решить. То есть нет, понятно, как ее решить, но точно не через строительство забора, да, который предлагает строить Трамп за любые деньги. Но подчеркиваю, если бы этот вопрос решал бы я бы уступил в пункте об охране южной границы и получил, закрыл бы вопрос, наконец, про финансирование Украины и Израиля. Я думаю, что в конце концов эта помощь будет дана, не поймите неправильно. Я не думаю, что Украина и Израиль окажутся без этих пакетов. Да? Просто, к сожалению, для нас партии, две наши партии в американском конгрессе ведут себя в этом плане абсолютно безответственно и пытаются заработать какие-то очки, так как вот им кажется, да, вот на этом вот вечном споре про вот этот вот пакет, включающий, да, охрану границ. Демократы тянут одеяло в свою сторону, республиканцы в свою, и каждый надеется перетянуть. В каком-то плане мне все равно, кто из них перетянет это одеяло, просто хотелось бы, чтобы оно уже было перетянуто как можно скорее. Юрий Георгиевич, спасибо вам большое за этот разговор. Будем надеяться только на лучшее. Юрій Фельштинський, російсько-американський історик, доктор історичних наук, дослідник новітньої історії Росії, був з нами на зв'язку. Я нагадую вам, друзі, що не забувайте підписуватись на YouTube-канал «Сейчас», щоб не пропускати важливих наших розмов. Коментуйте саме цю розмову і ставте лайк під інтерв'ю, оскільки ми хочемо, аби його побачило якомога більше людей. Для нас це дуже важливо. Спасибі вам. Спасибі. Спасибі вам. Щасливо.